Вот думают, наверное, идет просто то, что в голову пришло, рассказывать. Я там иду, один какой-то ненормальный по другую сторону. Вот и так пешеходка, она широкая, идет так, смотрит, как будто я, наверное, в прошлый век попал, и он смотрит, думает, что вот у него в руке, что он мне говорит, что он несет там. Несет и в прямом, и в переносном смысле. Мне не по себе, он там преследовал меня, преследовал, а потом я еле от него оторвался. Так, о базаре хочу сказать. Базар наш. О, кошаки, день. Надо поздравить кошака. Сегодня международный день кошек, кстати. Больно что-то худая и голодная она. Не знает она, что праздник у нее сегодня. Так вот, 8 августа, Международный день кошек. Я там видео выставил. В Одессе я на Лузановке. Бабушка собирает деньги с людей и кошек кормит. Я думал, что она дома содержит. Нет, оказывается, она их собирает деньги ради кошек, потом покупает им что-то. И, значит, этим кошкам дает, не дает. В общем, дает возможность сохранить свои жизни. Вот. Сохранять жизни позволял базар у нас. И 40 лет прекрасно он себя чувствовал, 41 год, пока там голод не начался, пока это. И если бы, положим, не было бы этого базара, а село было бы, оно было бы, я не знаю какое, у нас по соседству все казачьи станицы, они ехали к нам торговать, и даже в 8 километрах южнее немецкий хутор, тоже по реформе Столыпина, они приехали туда. Я думал, с Сарепты, а они, оказывается, с других мест. Сарепта, думал, в Волгоградской области. Нет, с других мест, оказывается, прибыли у нас эти. Но я так подозревал всегда, что думал. Не знаю, в общем, прибыли немцы. Вот. И прожили там где-то 30 лет. После чего их, как... Пошла репрессия в 1938 году на второй волне раскулачивания. Их просто как взяли и вывезли, как вы думаете, в Казахстан ссылали. Нашим, наверное, если можно так выразиться в кавычках или как, ну, во всяком случае, в некоторой степени повезло, потому что от них вот наше село у реки Хабда и Илек, а через реку там Казахстан. И там село есть. И буквально вот через эту реку их переселили. Они долгое время там жили, даже отчие могилы навещали. До тех пор навещали, пока там ночью наш тракторист не спахал, заснул и спахал там это все трактором. Их кладбище одно только осталось там у них. А он зацепил одно. Зацепил только одну могилу, но потом что-то стали запахивать полностью, и только одну могилу потом оставили. Мы годы спустя ездили с сельчанами, с председателем сельсовета местного. У меня есть фотографии с того места как раз там. Какие-то странные, там даже железные надгробие какое-то из железа, и человеческая фигурка металлическая такая. Она даже висела там, эта фигурка такая из железа. Плоская такая. Вот. Очень многие сарты у нас вот где-то в 10 или в 13 или километрах от нашего села. 13, если... Да, где-то вот так где-то. 10-13 километров от нас на юго-восток. На юго-восток, значит, там как раз был хутор сартов. Там жили они. Сарты это... Считают, что это узбеки. Торговый люд якобы вот до сих пор не могут определиться, что за народ, где он был и куда он исчез. Вот. И Сартаул называли. Сартаул. Русские сартов называли. Им труднее было выговаривать. А наши говорят Сартаул. Аул сартов. Даже там, когда я школу закончил и помощник командира работал, я видел там, как единственное здание осталось. Или оно построено было там на месте хутора сартов, где столовка была. И каким-то образом я потом узнал, что моего деда, дочка или моего отца, сестра была насильно выдана замуж за сарта, потому что при Сталине однажды был закон, чтобы не чинить препятствия, мягко говоря, а если сильнее, то обязывающие, чтобы девушки обязательно в клуб ходили, чтобы активно могли себя проявлять.
родители ее, мои тети, дедушка, бабушка, испугались, потому что они в консервативной семье, поэтому боялись, что она испортится, загуляет. И срочно за сарты замуж выдали. Ну, а потом бабушка сокрушалась, дескать, вот вам эти сарты какие. Даже после туалета, в туалет с кумганом даже не ходит. Я это говорил уже, кто слушал, извините, просто так. Это к чему веду? К тому, что было много всяких этих хуторов. Один хутор Хабдинский, там, значит, Шихов по фамилии русский. Ему мой дед приглянулся как трудяга. Мой дед вообще, в отличие от отца, был как коммуникабельный. У него интернационалист, у него друг казах. Они друзья стали, кореша на веки вечные. Вот. И даже их сын потом письма присылал, открытки к праздникам нас поздравлял. Вот. И у него еще, он там ездил в соседние села казачьи. Не каждый может казачье поселение там. А он приезжал и чинил, значит, эти ведра. Потом стекла вставлял там в окна. Специалистом, короче, был на все руки. И яблоки где-то он закупал и продавал. И вот так вот дедушка наш на пропитание добывал. Вот. А отцу, конечно, повезло меньше, но он... К тому же еще не повезло. Повезло меньше по той причине, что при Сталине как раз он в колхозы попал, как говорят, как кур во щип, что ли, или как кур во щип. Во щип, наверное, скорее всего, правильно говорить. И трудный период пережил, и еды нормальной не было. Вот я там к теме возвращаюсь. Жили в землянках, питания не было. Кусок хлеба черного 800 грамм и литр кислого молока и все прочее. Вот эта вся еда, когда на морозе человек МТС работает, вот, межрайонный, что ли, тракторная станция. Вот эти кошмарные периоды пережил он. Надеть нечего было. И десятилетия, почти десятилетия, несколько десятков лет вот так продолжалось, кстати. Когда отец говорил, что в 51-м году хлеба впервые досыта наелись. И они все время как на нас смотрели с укоризной, что мы себя так не совсем достойно держали и говорили, что вы жиру беситесь, дескать, вот вы это самое. Мы, мол, хлеба волю не видели, а у вас хлеб волю. И они считали, что это высший пилотаж советской власти и счастье великое, что мы могли хлеб там волю поесть. А для них это был предел мечтаний, вот, хлеб волю поесть. Вот как мир меняется. Ну вот, торговали, потом после революции все это разрушили, многие магазины. И наш один приезжал, уроженец села, к другу своему, нашему соседу, замечательному дяде Пане Бадикову. И признался, что села родного не узнал, потому что очень много. Вот он уехал в голодный год, в 21-м, что ли, году уехал, в возрасте 18 лет, в Узбекистан. И в 56-м, что ли, впервые приехал. И просто диву дался, поразился, что ничего не осталось. Все, видно, разгромили. А мы росли и с годами только обращали внимание на то, что вот, ага, вот, вот это вот магазины, они, оказывается, от купцов остались. Ничего советская власть не построила дельного. Вот этот клуб, это бывшая церковь. Вот это, значит, склад, это бывшая мечеть. Вот эта школа, куда ходили кирпичные, это мусульманская школа, это... Значит, построено еще было, возможно, при Александре III, скорее всего, да. Может, при Николае II, да. Потом, что еще там? Много чего, в общем, такого, что от царской власти осталось. И дома купцов деревянные, и все, все, в общем, прочее. Так что много... Многое было то, что не советская власть построила. Единственное, там они когда коз завезли, когда совхоз организовали, коз завезли, и для них базы начали строить. Базы, базы для коз, но не для людей. Для людей Никита Сергеевич, конечно, вот я рассказывал, что взяли и улицу вторую, а потом постепенно так уж взяли разгон и при Брежневе уже достраивали новую часть села, так называемую новостройку, и народ туда хлынул. И сейчас, когда я вижу, вечером страшно ходить, там свет не горит нигде на улицах, и
пустые глазницы окон, как бы вот, ну, свет не горит там, не светятся окна. Сколько на центральной улице, предел мечтаний многих тогда, на центральной улице очень мало домов, где люди живут, потому что дети их уехали в город в поисках лучшей доли, а родители ушли из жизни. И вот они, пустые дома, даже с газом, с природным, с горячей водой, естественно, все, заходи, живи. Но работы нет. Поэтому я вот эти видео начал, когда говорить, вторую часть, что ли, я близко-близко подошел, но не стал объяснять, почему мне важна вот эта поддержка. Она важна для того, чтобы общественный резонанс был какой-то. И, глядишь, может быть, это поможет при акции такой доброты, что ли, родному селу как-то помочь, чтобы он совсем уж там не перестал существовать. Потому что работы нету. Нету работы. Другие села, у которых рек-то нету рядом. Неизвестно, где воду берут. Из озер даже, наверное, да. У них арбузы, дыни растут. Они везут продавать, а у нас нет. Потому что когда-то мост построили, долго-долго ждали, а потом по весне что-то там то ли неправильно построили, то ли когда в ледоход решили взорвать, в общем, вот эту глыбу льда или что, неправильно заряд, что ли, заложили. Вспоминается это приключение неуловимых, когда там актер-то забыл его фамилию, к сожалению. И он там мало, много, говорит, взрывчатки. Вот положили много взрывчатки. И в результате все разнесло. И все, там железные, как там, остовы, моста все погнутые. Вот я тут в Татарстане в городе еду, в другую часть города, и смотрю, на реке мост, сооруженный еще пленными немцами после Первой мировой войны. Так там загляденье. Жалко у нас это. Ни у кого идеи не было тогда построить мост, он до сих пор бы существовал. А моста нету, и бахчевой возить не получается большими фурами. И все. И работы нет, все. Маленький такой ручеечек денежный течет там. Летом радовались, там 1000 рублей кто-то заработал. Мне там говорили летом, потому что зерно убирают, сажают, в общем, урожай собирают, и типа зернотока. Это дает немножко, как сказать, как человек, который дышать был нечем, а потом немного кислорода поступило ему. Вот наши тоже так вдох делают скорее. И так выживают. В основном выживают бабушки, пенсионерки, а их уже все меньше становится. А те, которые помоложе, трудоспособного возраста, и у них не получается, потому что работы нет. И это, я думаю, основы все-таки были заложены, наверное, еще при советской власти. Потому что советская власть загубила дореволюционный какой-то базар, где люди находили пропитание, никаких колхозов не было. И все достаточно, ну, жили достаточно зажиточно. Вот, сейчас вот я, наверное, завершу. И следующую часть поставлю. Кто будет интересоваться, пусть дальше слушает.